Ребята, всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня выбрался я с Жекой. Здорово! Тоже здорово. Наш донецкий местный паренек. У него канал «Порыбачим, поедим». Михалыч, Жека. Михалыч. Да. В принципе, сегодня мы приехали на знаменитый водоем. Раскинулись, 6 палочек поставили. Единственный, на котором можно сейчас рыбачить зимой. Ну да. Который не замерзает. Приехали мы где-то около 6, начало 7, раскинулись. В принципе, сейчас будем скоро перенаживляться, завтракать. Обязательно будем показывать, что же мы будем готовить. В принципе, на рыбалку приезжаем для отдыха, для души, чтобы расслабиться, покайфовать. Но вы, как всегда, пишите комментарии, что думаете, поймаем мы что-то или нет. Всем хорошего просмотра, ну а мы будем сейчас перенаживляться. Друзья, что касается людей, по левую сторону там вот два рыбака у нас рыбачат, ну там мелко, я потом в процессе рыбалки покажу, насколько ребята заходят, там порядка 50-60 метров заходят заброды и потом бросают еще 70-80 метров, то есть дистанция 120+. И по правую сторону тоже у нас тут как бы людей хватает. Так, ну что, потихонечку расчехляемся. У нас сегодня будет обзор нашего завтрака с Жекой. Тут у меня вот сало. Вон, видели? И у Жеки. Та-дам. Ребята, пахнет, да? А? Сейчас начком. Класс, да? И у меня вот, смотрите. Слюна бомба. Потекла по-любому. Вы же говорите, вы приезжаете туда жрать. Да, ребята, мы приезжаем сюда кушать. И это прекрасно. На свежем воздухе оно вдвойне вкуснее. Конечно. Поэтому завидуйте, друзья. Так, и здесь у нас еще у меня судок. Котлетки, картошечка и яйца. А я еще посолением. Ух ты! Люсточка. Отлично! От этого запаха, я думаю, скоро она подойдет к нам. Сейчас. Выманим. Сейчас мы ее выманим. Да. На сало будем ловить. На сало. На горох клевать будем, на сало ловить. Может, сомик проклюнет на сальцо. Так, ну что, ребята, вы тоже присоединяйтесь, берите вкусняхи, так как все-таки мы на природе, а вы, сидя на диване, тоже можете пойти в холодильник взять еды и присоединяться к нам. Домашняя, а ну понюхай. А, огонь? Огонь, а ну, ребята, тоже слышите, а ну, как пахнет? Нюхайте. Да, пахнет. Говорят, пахнет хорошо. Да. С лучком, с чесночком и вот так вот раз. Как в детстве. Ах. Знаешь, но еще раньше шкурку не снимали с под... С картошки? Да. А я тоже часто не снимаю, кстати. Я люблю с кожурой. Там калия много. Хотя, знаешь, многие вот, типа, с кожурой... Да, то многие не понимают ничего. Нельзя. Кайфа. По сути, ну что нельзя? Вы что картошку моете все равно. А возьмите, хорошо, ресторанное блюдо, да? Картошка по-деревенски. Как она подается? С кожурой. С кожурой просто на 4 дольки разрезана, запеченная с чесночком, правильно? Так, ладно, хорош болтать. Давайте, ребята, присоединяйтесь. Ух. Берите чаеху, сальцо и погнали. Приятного аппетита, друзья. Мы сейчас позавтракаем, наберемся сил. И сейчас попрет, по-любому попрет. Так, ну что, ребята, перекусили. Сейчас будем перенаживляться. Стол уже собрали. Да, надо ловить рыбу. А то что? Хотя бы одну, но должны их поймать. Не-не, надо руки в рыбу вымазать, надо по-любому. О-о-о, тут мамка уже сидит хорошая. Угу. Да не, не надо. Ну, по натяжке я слышу. Либо хороший карась. Ну, как бы там ни было, первая поклевка, лёд упал. Ну, видишь, я сказал за сало. Сало, да. Вот что значит чудодейственный торможок. Чудодейственное сало. Только поели все, машина сейчас пойдет. Рыба чует это все. Карась ведет так, подлещик вряд ли. Да, либо небольшой лобик, либо хороший карась. Скорее всего, карась. А не, карась, да, ушки такой карась. Хорошая мамочка, да? Вот он, друзья.
Карабешевский карась, хваленый. Так. Глянь, красота. Нормально. Четкий вообще. Я же говорил, Жека, сало. Вот, вот за ним мы сюда и приехали. Вот таких по 3 штуки и все, больше ничего не нужно. Так, ты видел, какой он, как этот, как цвет моей катушки? Угу. Хорош. Такой жаровой карасик, ребят. Вот только хотел перенаживляться. Вот как раз и достал, да, перезакинуть. Да. Карасело. Рыбачим дальше. Мне кажется, он намотает больше километраж, чем он сюда потратил на Ниве, доехав. Да, одна поклевка и рыба была. Была у него одна поклевка, по-моему, одна рыбеха, но это из того, что мы видели. Ну, как бы сказать, чтобы оно стоило того, вот это вот ходить, блин, в воду по пояс, я бы не сказал. Тоже, тоже хорошо. Тоже результат. Тоже результат, мы выехали на свежий воздух, да. Правда, погодка так себе. Ну, в принципе, как говорил мой дед, матч состоится при любой погоде. Ух ты! Ты видал, как погнала? Да. А хотя палочка небольшая. Так он оборвал ее. Оборвал? Да. Тут она и погнала. Ну, я смотрю, так хорошо пошла. Короче, матч состоится при любой погоде, друзья. В любом случае, мы уже отдыхаем, нам уже хорошо. Поэтому ждем, надеемся и верим. Вы пока ставьте лайкосики, пишите комментарии. А мы продолжаем. У нас не получается через форму залепить кашу, но она очень хорошо лепится руками. Когда засовываешь флет в нее, она просто проваливается и не берется. Ну, в принципе, фракция немножко другая, поэтому попробуем в наглую ее так затолкать. И получится у нас в любом случае какая-то прикормка, да? Вокруг крючка будет плавать, а там посмотрим. Сейчас подцепим кук, 2 штучки. И в принципе вот так во флет сверху сделаем пирожок. Смотри, Жека, как по методичке. Ага. Ну, не получилось у нас через форму, но забили мы вручную. Просто доктор прописал. Да. Вот такая. Сейчас будем перезабрасываться. Отцепляем эту кормушку и попробуем на флет метод. Так, еще по рекомендации нужно одевать перчатку при забросе, так как шнур может порезать пучку. Отлично. Флет классно летит. Там чуть каша отпала, ну, то лишняя была. Это уже точно не волна. Смотри, смотри, смотри. Натянет, натянет. Ох, ох ты, блядь. Вот это толстолок. О, это 100% он. Вот вам и флет. О, как 0,3 лесочка чувствуется, смотри. Ага. А мы его сейчас нахапом возьмем.
Играться с ним не будем, чтобы он меня там снасти не поперепутывал. Да разложи. Но небольшой. Ну да, все равно. Давай, 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 давай. Леска хорошая, поэтому давай его сюда. Там надо шок лидера дотянуть. Да. Так. Долгожданная, серьезная поклевка. Ну небольшой. Судя по всему, полколоды. Флет, флет. На флетик, да, поменяю. Да, толстолок, толстолок, уже вижу, да, по хвосту. Есть шар в лузе. Вот он, мордатый какой. Ух ты, злодей. На флетик взял, да? На флетик. А ну захарю его, хватай. О. За верхнюю губу, видишь? Вот тебе и крючки. Крючочек небольшой, но тем не менее. И леска 0,3. Да, 0,3. На 7 килограмм на разрыв. Красавчик. Сейчас пойдет он плавать во свояси. Давай я тебя сфоткаю. Так, ну что, давай плыви. Да, надо плыви. Видеофиксация, чтобы мы действительно выпустили рыбу. Да ладно. Сожрем ее потом. Давай. Давай. Давай, давай, на берег, обратно, давай. Не хочет уходить. Пока, пока. Давай, 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 давай. Понравился. Все, сейчас пойдет. Так, ну что, перенаживляемся. Кстати, флет работает. Вот флетики сработал. Вот он. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка. Сегодня у меня получилось поймать вместе с Жекой одного карася, вот такого небольшого, и одного толстолобика. Ну вы, в принципе, в видеоролике видели. Сейчас потихонечку начинаем собираться и уже отправляться домой. В принципе, на природе отдохнули мы хорошо, провели время с душой. Но если вам нравятся такие выпуски, вы знаете, что делать. С вас абсолютно любые адекватные креативные комментарии внизу под этим видео. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.